Создание благоприятных нормативно-правовых и инвестиционных условий для развития цифрового будущего обсудят в Москве 27 января на Всемирном саммите по блокчейну и криптовалютам. Инициатор проведения саммита – Международная децентрализованная ассоциация криптовалют и блокчейна. В мероприятии уже подтвердили участие свыше 400 гостей – представители криптоассоциаций, блокчейн-индустрии, органов власти, фондов, инвестиционных компаний, банков и международных организаций Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии. Среди спикеров – эксперты с мировым именем. Владислав Мартынов из «Эфириум», Кумар Гаурав из «Каша», Антон Голуб из компании «Лики» и другие представители ведущих блокчейн и криптокомпаний.